Первый раз Евгений сдал кровь почти 8 лет назад, еще будучи студентом. Первый раз просто вот такой же центр возле института. Мы пошли после пар и просто сдали. Сегодня молодой человек делится кровью 26-й раз. Говорит, для хорошего самочувствия и из желания помочь людям. Юлия Микотина сдает третий раз. Девушка хочет стать почетным донором. Свое первое посещение станции переливания крови вспоминает с улыбкой. Очень страшно было, волновалась сильно. Ну, зато быстрее кровь сдала. Да, ты волнуешься быстрее? Однозначно. На самом деле, говорит Юлия, ничего страшного в этой процедуре нет. Потом пью чай, кушаю конфетки, да, самочувствие потом шикарное. На передвижную станцию переливания крови к Брянской областной больнице пришли более 100 человек. У многих за плечами десятки донаций. Сданная ими кровь пойдет в лечебные учреждения. На часть крови уже есть заявки для конкретных пациентов. Проверяют 4 лаборатории кровь. Даже если вы будете сдавать 500-й раз, как бы ваша кровь все равно будет проверяться обязательно. В сегодняшней акции участвуют и медики, сотрудники Брянской областной больницы и Брянского онкодиспансера. Как медработники, более осознанно подходим к сдаче крови. Мечтаете стать почетным донором? Да, мечтаю. За один раз донор отдает почти пол-литра крови. Сдавать ее лучше утром. Медики подчеркивают, донорство – дело молодых и здоровых. После процедуры надо выпить сладкого чая, а также исключить алкоголь и физические нагрузки. Екатерина Пармон, Александр Жучков, события Брянск.